День отдыха. День второй у нас. Давайте сейчас покажу нашу, так сказать, гостиницу на эти 10 дней. Мы сейчас с Варюхой. Привет, всем скажи. Пупсики. В бассейне. Да, у нас на нашей территории два бассейна в отеле. Один на втором этаже, вот джакузи с душем сверху, а второй на улице большой. Мы с Варей живем вот тут вот. Вот вот вход. Он небольшой, но красивый. Давайте покажу. Такой бассейн. Тут джакузи, типа бурлящий. Здесь есть детский бассейн. Вот. А здесь есть номера с выходом сразу в бассейн. Вот эти вот и вот эти. Вход у нас вот здесь. И вот тут наш номер. Здесь есть душ. Можно использовать после бассейна. Лежаки. Вот. Ну и вот тут вот обычные крыши. Живут дома. Наверное, кто-то, то есть работники, рестораны. У них вообще фасады их домов — это бизнес, а дальше они живут там. Ну вот. Так, вид такой. Вон море. По прогнозу постоянно пишутся дожди. Ну вот сегодня облачно. Вроде бы будет чисто. Все, мы купаться, позавтракали. Завтра обязательно сниму завтрак. Завтрак сумасшедший, но в нашем отеле он не разнообразный. Но скажу вам так, что на 10 дней вам будет достаточно, потому что очень большой ассортимент. И каши, и гранолы, и всякие фрукты, и овощи. Очень-очень много. Вот так вот. Такое время у нас 12:06. Сейчас приедет гид, день второй. Сводит нас на какую-то экскурсию. Ну и расскажет про свои туры, которые втрое дороже, чем у обычных гидов. Вот. Сейчас послушаем, посмотрим и выберем, наверное, 1-2 раза еще съездим на какой-нибудь тур. Все, идем ждать нашего гида. Останы и пройти. Сейчас нам дают все рекомендации, если рассказывают, вдруг, что как. Не будете назад, проходить про фрукты, мы сюда летели, ну, мы не проходили онлайн. Короче, вот такие вот вещи. Когда мы сюда летели, мы не проходили. Время у нас 5 часов. Сейчас мы идем наконец-то купить себе симку. Вот. Потом мы вызываем такси и едем. Куда мы едем? Как он называется этот пляж? Ну, в Патонг. Там есть ресторан, который при входе платишь 400 или 500 бат. И все жаришь, там кушаешь, короче. Вот. И мы хотим встретиться с Аней. Аня с Талдыкургана тоже. Она одна отдыхает. Вот она на Патонге. Она уже там неделю, уже местные, можно сказать. Вот, встретимся, покажет. Сходим мы потом на этот, на улицу красных фонарей, погуляем, расскажем, покажем что-то как. Вот. Сейчас в 7-Eleven нужно купить нам сим-карту. Движение, конечно, меня всегда поражает здесь. Жесткое движение. Нужно следить в оба. Купили сим-карту, 15 дней у них там интернет, 500 мегабайт скорость. Симка стоит, там есть 15 дней безлимит и 30 дней. Мы взяли на 15, стоит он 9000, который на 30 дней, что-то около 900 бат. Вот, чуть дороже. Ну, такая связь дорогая. Но зато безлимит. Аня подозревает, что есть дешевле. Ну, я думаю, есть дешевле. Но там гигабайты, допустим, 5 гигабайт, 10 гигабайт, 15 гигабайт. Ну, вот. Ладно, будем знать. Взяли, так взяли. Что теперь? Потратились. Ну, везде 182. А, вон 200. Да. Давай. Первый.
Все заказали. Сейчас приедет такси, 182 бата. Все, мы едем. Все, мы выехали. Такси приехало очень быстро. 182 бата. Время у нас в поездке где-то около 15-20 минут. Будем ехать, показывать, рассказывать. Все, мы приехали на место. Таксисты были очень вежливы, круто. Короче, здесь два взрослых, детям бесплатно. Сейчас мы заплатим по одной, сядем и будем кушать. Пошел дождь. Ну, короче, эта неделя вся дождливая. Но указано, что 30-40% будет Пхукета под дождем. Возможно, нас не заденет. Надеюсь. В принципе, я думаю, что тут не так будет холодно купаться, да и вообще кайфовать. Вот так это все выглядит. Мы все тут набираем. Тарелочки, грибы, зелень. Так все выглядит. Есть рыба. Фиш, креветки. Вкусная пища. Набирают, мы сейчас будем готовить здесь вот креветку стол, зелень, салаты. О. Там как суп, да? Да. Тут вот макароны. Салаты какие-то. Здесь вот, вот эти готовые. Рис. Угу. Ой, это же этот батай, как я ел. Тут соленья, орехи всякие. Чеснок, перец. Здесь соуса. Ну, какой-то соус. Здесь какой-то соус. Здесь какой-то соус. Короче, мы ничего не знаем, сейчас будем хавать. Покажи мне соус. Вход стоит 300 бат. Поставили нам вот такую супницу. Сейчас суп-гриль. Набираем бекон, креветки, морепродукты. Все, все, все. И готовим. Мы уже тут сидим около 2.5 часов. Вот. Аня пришла к нам. И вот так это все выглядит. Это уже тут ничего показали. Мы уже, да, все съели. Вот краб. Краб. Так все выглядит. Там шарик. Вот креветки. Анна Валерьевна. Анна. Hello. Пришли на базар. Здесь базар огромный. Она нас привела попить шейков. Сейчас купим шейки. Вот тут пока можете посмотреть по ценам. Манго 600 бат, 60 бат килограмм. Мангустин 70 бат килограмм. Маракуйя. Вот такая тут жизнь кипит. Время почти 8. Я буду манго-маракуйя. Мы с Аней будем. Ты что будешь? Какой шейк? Манго-маракуйя? Не, я... Гуава есть внутри. Это маракуйя-гуава есть. Не, а тебе маракуйя не зашла, не, да? Не, не зашла. Мне с манго что еще есть? Манго, апельсин. А этого ананаса нет? А вот, вот ананас, а манго. Вот смотри, с чем-то это типа это еще. Со сливками, типа йогурта будет. Вот смотри, с ананасом есть манго. Я вот такой хочу. Вот этот 8? Да, я хочу именно с это, ну, типа с шейк вот такой молочный. Вот он мой шейк, сейчас будем пробовать. Папа, у тебя с чем? Манго, хочешь попробовать? Нет. М-м-м,
будем куриные помидоры. Это самое вкусное, что я пробовал. Стоит 7,80, 80 бат. Ночной базар, крутой базар. Варе купили мороженое. Горячее, крутое. И скидка. Да. Надо спросить, я не знаю, сколько. На каждом шагу здесь тату-салоны, базарчик вот, идем. Это типа наши барахолки, здесь все есть. Как говорится, от патрона до хандона. Вещи всякие. Прошел небольшой дождь у нас. Такой. Такие вот такси английские. Но здесь район намного оживленней. Здесь действительно жизнь кипит. Люди ходят. Много очень ресторанов. Много Макдональдс, KFC, Бургер Кинг, Starbucks. Люди крутые, люди приветливые, блин. Вообще все круто. Все продается. Ночь. Жизнь только начинается здесь. Майкл Джексон. Короче, вот такие вот тут веселые ребята Майкла Джексона исполняют. Надо, короче, скинуть монетку, чтобы он начал танцевать, а так он не танцует. Ну, вот как-то так. Вот такие вот есть детки, которые приезжают с разных европейских городов, снимают себе тайских девочек, не знаю для каких целей, потому что они взрослые, но точно для тех целей, чтобы убираться, готовить, ну и экзотически проводить время, скорее всего, потому что если в таком возрасте у них все там нормально, то это круто. Я бы тоже там хотел, чтобы у меня было в этом возрасте все хорошо. Короче, кто не пьет, то сделать здесь вообще нечего. Тут, короче, надо просто отрываться, приезжать сюда холостые. Ну, вообще холостые, в плане, что, ну, а если у вас жена, то не приезжайте сюда. Моя жизнь разделилась на то и после того, как я приехал в Тай. И на то, что, что я увидел сейчас, это просто жесть. Ой. Веселая жизнь здесь, ну, ребят. Весело живут, весело проводят время.